Сегодня 24 ноября 2020 года, и у меня такое наблюдение. Вчера был такой первый крупный первый снег, так сказать. И заметил, вот до вчерашнего дня листья акации, они были более-менее сочные. А сегодня моментально, вот буквально за сутки, они превратились сохнущие, в такие прям сохнущие. И это все из-за того, что на них выпал, ну, слой снега. Вот он выпал, и они превратились в такие. Хотя еще позавчера они были сочные. Козулька ела еще, они не хрустели, ничего. То есть сочные были. Сегодня уже вот. То есть стоило только полежать снежку на листиках. Так и все. Показатель зимы. Потому что листики сейчас просто все осыпятся, если такое дело.